Друзья, всем привет! С вами Марина. Подвожу итоги конкурсов. Первый конкурс от компании «Любимый Василек» участвовало 145 человек, и победителем становится Виктория. Здравствуйте, Марина! Привет из Москвы! Красивая скатерть «Любимый Василек» участвует в конкурсе «Пальчик вверх». Виктория, поздравляю вас с победой! Следующий конкурс на мою книгу будет два победителя. Участвовало 111 человек. И первая книга достается Зарима Магомедова «Чистый дом, счастливый дом» Марина Жукова. Спасибо большое, Зарима. И второй наш победитель – это Марина Лагутенко. Спасибо, Марина Жукова «Чистый дом, счастливый дом». Спасибо, Марина, поздравляю вас с победой. И последний конкурс – это «Моя Индия. Интересный экзотический подарок». Участвовало 212 человек. Этот конкурс понравился большинству. И победитель Евгения Куценко. Мариночка, спасибо, что знакомите нас с Индией. Участвую в конкурсе «Моя Индия». Удачи всем! Победители, поздравляю с победой. Срочно со мной свяжитесь. В комментариях под этим видео напишите, в какой из моей социальной сети вы оставили данные для отправки по ссылке. Это очень важно, чтобы ваше письмо, друзья, не затерялось. Все, кто принимал участие, большое спасибо, не огорчайтесь, впереди много-много новогодних конкурсов, обязательно повезет. Всем спасибо за просмотр, всем пока.